экспертиза пройдена, сметная документация составлена и сдана в дирекцию для утверждения бюджета и заключения контракта. Ну, поэтому контракт спустился. Нет, Леонид Александрович, значит, отыграли по корректировке проекта сумму 89,7 миллиона. Этот конкурс уже отыгран, 25 числа будет подписан контракт. Подписан контракт. Это полное? Нет, будет еще один конкурс на ориентировочно на 200 миллионов. Он будет объявлен в ближайшее время. А в том на 200 что? Все, завершение. Полностью. А ладно, ну что я могу сказать? Плюс то, что полностью есть корректировка проекта, есть экспертиза. Конечно, Минкульт добил. Если быть объективным, потому что буксовали год. Ну, а дальше, как подрядчики скажут. Так, сейчас общестроительные работы по усилению сделаны полностью, да? Значит, да, что-то остается? Охрана пожарная, остается вентиляция, как остается я понимаю? Остается вентиляция, охрана пожарная и остается ремонт. А чем они по пожарным мероприятиям решили? У нас когда будут? А? Когда ты получишь? Тамбура. Тамбура, все четыре лестницы, да. Все четыре лестницы идут у нас L1. Центральная лестница. Угу. Из-за этого придется монтировать противопожарные перегородки со стеклением. Вот. Так, а по маломобильным что вы? По маломобильным группам у нас получается для инвалидов по движению только первый этаж. По инвалиды слух, зрение, любой этаж. И первый, и второй. Тактильное покрытие на всех этажах идет. Выделили первый ряд под инвалидов. И... Вот строили. Даже сейчас можно приспособить на новые нормы. Хорошо строили. У нас сейчас не каждый детсад 60-х годов приспособишь под новый норматив пожарный. А цирк, которому 100 тысяч лет, приспособили. Или перепроектировали. Ну что, пройдем посмотрим, наверное. Каркас, система собрана, вот там, где мы стояли, это цех по производству, подгонки этих панелей, потому что они каждый индивидуально зарезаются, надрезаются, вот. И здесь ведется монтаж. Вышки даже не убираем, вот они у нас вчера, сегодня стоят, вот завтра, с сегодняшнего дня уже, сегодня обводим, должны подойти до края, чтобы завтра сомкнуться, и завтра уже начинаем работать. Да, работа, конечно, я хочу сказать, требует уважения. 3800 панелей. На то, чтобы закрыть. В день максимум 50-70 где-то. Достаточно. Плюс к тому, что как-то геометрии здесь купола нет, поэтому приходится все индивидуально, каждый панель поддерживать. Состояние металлоконструкции идеальное, да, я смотрю, никаких элементов усиления нет. Нет, никаких элементов усиления не проводилось, и единственное, что проводилось, это покраска и защитное покрытие. Металлического света не устоит. 51-й сюда, вот, по документам проводился. Довечный. Здесь по пожарным нормам была переделана вся гребенка. Вот сейчас ребята заканчивают как раз последний ряд, прогоняют. Вся геометрия изменилась. Вся геометрия убралась, два ряда. Потеряли мы, к сожалению, два ряда кресел, но это неизбежно. Это пожарная норма, и мы здесь пожарная норма. Конечно, для зрителей все равно. Это прежде всего норма, удобство здесь зрителей. Ну и как следствие просто. А это уже не сколько лет я не помню. Старше здание, да, по-моему? Нет, это документы все сделали. Нет, они делают это здание, строилось в 30-х годах. Да, все. Там просто в 61-м году когда чешуйчатую крышу сделали. Ее фундамент слабый. Ну, вернее, раз в Саратове весь центр слабый, после того, как стала вода подниматься, поэтому тут... Подводная речь, конечно. Объективно. Леонид Александрович, у меня вот вопрос к нашему непосредственному подрядчику. Почему так мало количества народа работает на объекте? Да его тут делать особо нечего пока. Почему? Вот смотрите, везде можно. Ольга Владимировна, у них еще они заключают сейчас. Они выиграли, но они еще должны же заключить контракт для того, чтобы людей можно было сюда приглашать и уже. Они пока. А вдруг какая-то жалоба. Де-факто победители, а до ее контракта нет. А вдруг какая-то жалоба в то есть у них состоялся аукцион, но они.
стали победителями. Не, ну вы планируете увеличить количество? Да, конечно, получим разрешение на работу. Потому что у нас, смотрите, этот цирк, он очень нужен нашему городу. Дети ждут его. И чтобы это поспели, как... Будущие две славы. Да, да, да. Вот у вас к 1 мая определиться. Притом, значит, объект культурного наследия, да, мы здесь должны каждый шаг согласовать, ни в коем случае. Ну, ладно, усиление полностью сделано, да? Да. Общестрой полностью сделан, инженер полностью сделан. Да, разводка, да, электричество. Фактически ремонт. Оболочка, да, осталось. Я думаю, что в июне мы сюда зайдем и стол накроем. А какого числа мы Да они у него сделаны практически. Здесь осталось подштукатурить на двух этажах 850 квадратных метров. Это работа, грубо говоря, на максимум на две недели. Значит... Но вот я вам хочу сказать, если 15 апреля подпишут контракт на все, то в этом году будет цирк. Мы надеемся, конечно, куда уж нам. Если сейчас начнутся обычные фокусовые площадки, почему мы сейчас и не хотим говорить дату, по одной простой причине, что... Ну, нет контракта, нет даты, мы не понимаем. Поэтому давайте подождем, уже осталось вот буквально немного, да. Техническое задание уже разрабатывается, в стадии разработки. С точки зрения технологичности, это будет вот прям буквально современнейший цирк, да? В смысле производства. Слушай, а что ты называешь современнейший цирк? Ну, современнейшее – это когда все исчезает, все сверкает. Ну, к сожалению, у нас не получится, как в цирке братьев Запашных, трансформируемый манеж, мы, конечно, это не сможем сделать. А в плане того, что будет новый световой, звуковое оборудование, самое современное, это да. Но арена будет стационарная. Конечно. Ну, тут без и оркестр старый вернется. И оркестр, ну, конечно, если реставрация. Значит, аккуратный срок следующего появления – конец мая, начало июня. Нашего рабочего. Да. Сейчас молиться над Богом, что он контракт на окончание в середине апреля подписался. Да, возникло. От цвета фасада закрыли вопросы? Вот я вам что могу сказать? Вот сколько людей, столько мнений. Ну спросите директора, что. Вот тут спорили, какой он был. Я вот голову сломал. Ну мы вот с ним в одной школе, в одном классе и все время мимо ходили. Вот не могу вспомнить, как он был. Да такой же он был примерно. Может быть, чуть светлее. Но это ходишь, тона... как ты это сам, понимаешь? Вы знаете, когда вот сейчас мы можем выйти на фасад, вот увидите, если солнышко есть, то он сейчас будет в разных плоскостях, будет разный оттенок. Где-то светлее, где-то темнее. Во-первых, он в 97 году перекрашен, точно. А вот какой он был до 97 года? Ну, главный вопрос, закрыт или не закрыт? Определили такой? Александр, можно мне ответить? Но зато совершенно другой облик фасада придадут те формы архитектурные малые, которые будут не на фасаде, а рядом с ним находиться. Свяжись с коллегами, ответьте депутатам. Да. Согласовали они все до конца или нет? Уникально. Проект, да. А можно чуть конкретнее? Это то, что рядом будет. Значит, это малая архитектурная форма. То есть в связи с тем, что это цирк. И что он должен радовать наших жителей, и что объект должен иметь какую-то свою индивидуальность. Нам предложили такой дизайн-проект, который Владимир Валерьевич согласовал. Это что такое архитектурная форма? Мы понимаем, что в цирке это звери, это воздушные гимнасты, акробаты. Вот эти элементы мы не будем раскрывать вот досконально все, чтобы это было, чтобы мы приятно всех удивили. Вот эти элементы будут присутствовать рядом с фасадом здания. Весело, ярко и замечательно. Красиво. Это будет красиво, уникально.